Рейтинговое голосование за кандидатов в члены Общественной палаты Одинцовского городского округа прошло 30 ноября в районном доме культуры и творчества. Свои кандидатуры выдвинуло более 180 человек. Жители муниципалитета могли выбрать из предложенного списка до 45 кандидатов. Именно столько мест в Общественной палате округа. Проведение этой демократичной процедуры позволит отобрать из немалого числа претендентов наиболее достойных граждан.